Мастерская дедушки Вие. Такое необычное название Светлана выбрала для своего мастер-класса. Его символ – кукла. Старославянское имя Вий переводится как «веточка». Создавать авторских кукол Светлана Фролова научила и читатели библиотеки. Кто-то любит шить, кто-то любит лепить. Даже вышивать могут, если кто умеет. Поэтому безграничное абсолютно разнообразие всего выбора и то, к чему душа лежит. Как говорят участники мастер-класса, Светлана не только рукодельница, но и сказочница. Для каждого персонажа она придумывает интересную историю и характер. Авторская кукла может стать стильным украшением дома и оригинальным подарком для друзей. И вот мы занимаемся, буквально несколько недель. Но мы наполнены вот этим вот стремлением к творчеству, к познанию всего интересного, что дает нам вот этот человек. У Светланы много планов на 2019 год. Она продолжит проводить мастер-классы и выставки. Ее главная мечта – открыть собственную студию для того, чтобы шить игрушки для детей и обучать их секретам авторской куклы. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Анапа регион.